Привет, я Эван. Обычно я очень занят, бегаю на площадке. А вот сегодня я расскажу про наши дни рождения. Так вот, мы все, я, Эмма и Эрик, мы все родились летом. Представляете, Эмма и Эрик родились в июле, а я в августе, один за другим. И как только начинается лето, мы очень-очень ждем наши дни рождения. Конечно, мы мечтаем о подарках. И всегда-всегда нас ждут сюрпризы. И мама с папой, и бабушки, и дедушки готовят нам подарки. Наши друзья приходят праздновать с нами и дарят нам классные вещи. Дни рождения – это здорово! Первой у нас родилась Эмма. Наша Мусенька обожает читать, и ее всегда заваливают книжками. Эмма у нас читает и на русском, и на иврите. А еще Эмма у нас балерина. Вот если бы вы увидели, как она танцует, вы бы сразу же поняли, какая она у нас. А еще Эмма у нас любит рисовать. Она рисует всегда и везде. Она так здорово это делает, что заразила нас всех. Следующий у нас родился Эрик. Если вы его хотите порадовать, смело дарите ему меч. Он у нас и рыцарь, и воин. Он все время борется с драконами, злодеями и пиратами. А на самом деле он очень-очень нежный, очень-очень добрый брат. Ну а я, Эван, самый маленький. И поэтому мне можно все. Меня берут в театр и на концерт со всеми. Хотя мне всего 4 года. И у меня своя доска, на которой я вместе со всеми катаюсь на волнах. И совсем-совсем не боюсь. И по страшному секрету я вам скажу, что я ужасно-ужасно люблю говорить «нет». Правда, все взрослые говорят, что со мной можно договориться. Мы вместе занимаемся и ходим гулять. Мы вместе балуемся. Мы любим театр и балет. Мы любим выставки и концерты. Мы любим все интересное и красивое. Еще мы обожаем мороженое, особенно на палочке. А уж если там будет какая-нибудь игрушка. Как вы уже поняли, мы очень классная команда. Мы дружим, нам очень-очень интересно и хорошо вместе. Нам очень повезло. Каждый год папа и мама в августе возят нас отдыхать. И в этом году мы на мой день рождения будем все вместе далеко-далеко. Я обязательно пришлю вам из Франции фотографию моего праздничного торта. С днем рождения нас всех!